Артюр Рембо. Шалунья. В небольшом кабачке, в зале цвета каштан, пахнет фруктами лак, организм растущий удостоился яств, чей бельгийский дурман взял и к стулу меня в пресыщенье приплющил. Ход настенных часов слушал я, счастлив всем. Дверь из кухни в момент распахнулась порывом, и служанка вошла, я не знаю зачем, под косынкой ее прядь велась прихотливо. И мизинцем едва по щеке поводя, бархат персиковый розовато щадя, детские губки свои распустила к упреку, но затем, подольстясь, прибрала со стола. «Не теряйся, целуй, вот какие дела!» — говорит мне. «Кажись, простудила я щеку». Шарлеруа, октябрь 1870.